Помощница частного детектива Юля искала дом, где она должна была встретиться со свидетелем по очередному делу. Оставь меня в покое! Моя личная жизнь тебя не касается! Ксюша! Ксюша, погоди! Давай поговорим спокойно! Да вы успокойтесь. Что, с дочерью поругались? Нет. Сына. Сына моего убили! Помощница рассказала Алексею Викторовичу о несчастье, случившемся в семье Крыловых. И Насонов в тот же день приехал к Анне домой. Мне в милиции сказали, что на стадионе была драка. И мой Митя участвовал в драке. И погиб. А в чем ваше сомнение, Анна Клементьевна? Не верю я. Не верю. Я чувствую, что это не так здесь. Кто-то намеренно Митю убил. Помогите разобраться, пожалуйста. А вы кого-то конкретно подозреваете? Кого-то из его знакомых? Нет, знакомых я всех знаю. Вот, смотрите. Вот. Это вот друзья его. Угу. А с кем из них он больше дружил? С кем близок был? Вот Славик Зверев. А это Витька Лебедев. Вот эта вся компания их была. Они тоже болельщики. А вот мой Митечка. У Славика мать на стадионе работает. Она их всегда пускала, когда они хотели. В любое время. А давно у него эта компания? Давно он футболом увлекается? Да, с детства. Он ведь и сам играл. Но на одной тренировке неудачно упал. Колено повредил. А вот эта девушка? А это Ксюша и есть. Это его девушка. Да, со школой они дружили вместе. Он жениться на ней хотел. Она мне как родная была. Я думала, что после смерти Мити она как-то поддержит меня. Нет. Даже разговаривать не хочет. Господи, это такое горе. Такое горе. Насонов решил выяснить подробности по делу Мити Крылова у знакомого следователя прокуратуры. Думаю, заказная. В результате Дмитрий Крылов получил проникающее ранение брюшной полости неизвестным холодным оружием, в результате чего он и погиб. В общем, мутное дело. Думаю, бесперспективное. А вы кого-нибудь подозревали? Подозревали и даже арестовали. Андрей Маркелов, 18 лет. Но свидетели расходятся в показаниях. Сам он все отрицает. Улик против него нет. Пришлось отпустить. А что еще? Есть кассета, видеозапись камеры слежения. Но она мало что дает. Копию дашь? Да. В общем, если что узнаешь, звони. В футболе сейчас немаленькие деньги крутятся. Представь себе ситуацию. Хозяин клуба на игре вместе со спонсорами. Спонсоры готовы вложить деньги. И вот тут команда начинает проигрывать. Что делать? Вот нашли выход. Сидит такой Митя на трибуне и в два глаза смотрит на хозяина. Тот подает ему знак, и Митя организовывает драку. Все, матч сорван, результаты аннулированы. Да это понятно, но убийство хозяина клуба зачем? Это ж милиция, это разборки. Ну здесь согласен, у них промашка вышла. Драка стала неуправляемой, а лес рубит, щепки летят. Так вы думаете, что наш убитый и есть организатор драки? Трудно сказать. Но он играл не последнюю роль среди фанатов «Металлиста». Кстати, что ты нашла в газетах? Нашла, вот. Драка между болельщиками команд «Металлист» и «Навигатор» началась за 15 минут до окончания матча. 30 человек задержано, ранено 15 человек, в том числе двое работников милиции. Один из участников драки – Дмитрий Крылов. Скончался в больнице, не приходя в сознание. С чего-то начинать надо, а подозрения с лидера фанатов «Навигатора» не сняты, с Андреем Маркеловым. Значит, вот его адрес. Узнайте за ним наблюдение. С кем встречается, куда ходит. В общем, не мне вас учить. Еще раз сунешься, наголо побрею! По заданию детектива, его помощники установили наблюдение за Андреем Маркеловым. Смотри, они его чуть не избили, а он все равно за ним следит. Угу. Похоже, кого-то конкретно ищет.
Помощники доложили Насонову о странном поведении Маркелова, и Алексей Викторович решил сам поговорить с парнем. Привет, ты Андрей Маркелов? Я. Я хотел задать тебе несколько вопросов. Я знаю, что ты следишь за зверем и его приятелями. Они друзья погибшего Дмитрия Крылова. Его убили здесь, на стадионе. А ты единственный, на кого пали подозрения. Как пали, так пропали. У вас на меня ничего нету. Ну хорошо, на вопрос ты ответить можешь? Где происходила драка? Где ты был? Что здесь происходило? Покажи. Зачем? Я хочу выяснить, убийство Дмитрия Крылова было случайно или это было умышленное убийство? Очень интересно. Буду благодарен за копию отчета о проделанной работе. Алло, Юля, у Маркелова выяснить ничего не удалось. Ты отправляйся в клуб «Навигатор», представься журналисты. Я думаю, там тебе про эту драку расскажут больше, чем нужно. А Ваня пусть продолжает наблюдать за Маркеловым. Поняла. Оказавшись на стадионе, Насонов решил поговорить с Верой Зверевой, матерью Славика, одного из друзей погибшего Мити. Металлист продувал в тот день. На трибунах стоял крик страшный. Орали, топали. Я, честно говоря, и то загляделась на поле. Но краем глаза видела, как вот с той трибуны, вот на соседнюю, полетела доска. А кто драку начал? Навигаторские. Они первые ломанулись на наших ребят, а металлисты первые начали кидаться. Я видела, как Славка сцепился с этим волосатым. Ну и все. А Митю Крылова вы видели? Нет. Я особо во внимание этого не брала. Я все на Славку смотрела. Хотя нет, Митю-то я потом заметила. Да-да-да, точно, он где-то в ряду седьмом так сидел тихонько. И он так сжался, так тихонько сидел. Потом я видела, что к нему подошел милиционер. Вот точно. То есть вы больше никого не видели? Нет, почему? Видела. Девку их, Ксюшку видела тоже. Дралась она здорово, почище парня. Будь здоров. А как вы думаете, зачем сюда приходил Маркелов, ну вот этот волосатый? Да и знам зачем. Он Славика моего выслеживает. Знаешь, он его отомстить хочет. Славик же показания дал в милиции. Все же знают, что это волосатый убил Митьку-то. Ну вот он хочет его... Понимаешь. А вот, родители богатые, они его откупили. Как адвоката ему наняли. Фамилия... не помню. Ну, в общем, какого-то крутого адвоката и выпустили волосатого. Как же волосатый мог убить Митю, если он в это время дрался с вашим Славой? Вы же сами видели. Ну, не волосатый, так значит, кто-нибудь из его дружков пришил его. Помощник продолжал наблюдать за Андреем Маркеловым. Ксюх! Чего ты за мной ходишь? Ну, давай поговорим. Тебе мало, что он погиб? Видеть тебя не могу. Вот что мне рассказали в «Навигаторе». Драка точно была заказная, это все знают. Но как докажешь? Этот Митя, которого убили, у них главным заводилой был. А теперь его нет, ну и концы в воду. Ясно, у тебя, Вань, что? Да Маркелов весь день кого-то выслеживал, терся у клуба «Металлист». Вот еще что. Ксюх! Че ты за мной ходишь? Тебе мало, что он погиб? Давай поговорим. Видеть тебя не могу. У нас же что-то было. Похоже, Маркелов хорошо знаком с Ксюшей. Хорошо. На сегодня тогда все, а завтра собираем на стадионе всех участников событий. Детектив Алексей Насонов расследует убийство Дмитрия Крылова. Молодой человек погиб в драке футбольных фанатов на стадионе, но его мать уверена, что это было умышленное убийство. Под подозрение попадает лидер фанатской группировки соперников Андрей Маркелов. Детективы устанавливают за ним наблюдение. Значит, сам момент убийства, то есть момент удара ножом, никто из вас не видел. Но уверены, что к убийству причастен Маркелов. Да сто пудов, он Митю убил. Я собственными глазами накануне в парке у навигаторских заточки видел. И у Маркелова видел? У него не видел. Это и не важно. Его и меня перед входом на трибуны менты обыскивали. Ну и что с того, что Маркелова не обыскивали? Пронести мог тот, кого не обыскивали. Вон, девчонок не обыскивали. Меня-то как раз обыскали. Так, подождите, давайте еще раз. А где находился Митя, когда этот, как вы его называете, ирокез? Когда ирокез бросился на Виктора. Я вот тут стоял. Ну, когда он мне по башке долбанул. Только не знаю, вроде доской. Я и не понял. Так, дальше что было? Потом меня начали бить. Ну, тут Митя откуда ни возьмись появился. И сгреб меня в охапку и оттащил. Куда оттащил? Да вон туда.
А потом я увидела, что его ОМОНовцы бьют. Ну, я кинулась к нему, а Митя кричит: «Стой, дура!» Я обернулась, а вокруг него уже эти навигаторские копошатся. И Маркелов там был. Точно. Я его тут и достал. Если б не ОМОН, я бы его отметелил. А где Митя был в этот момент? Я не видел. А может, он это, пораненный-то туда и доковылял? Где его и нашли, а? Остается не выяснить, в какой момент Дмитрий Крылов получил ранение и почему он оказался за несколько рядов от дерущихся. При таком ранении он должен был упасть и потерять сознание по пути. А он сидел. Его нашли сидящим. А была кровь по пути его передвижения? Да кровь-то была, там много было крови, не только его. Мне мотив не ясен. Просто так даже в драке не убивают. Мне все-таки кажется, что Маркел его убил. Из-за Ксюши. Устранил соперника, а теперь сам в клине подбивает? Угу. Возможно, но я думаю, что это не так. Ты вот что, установи камеру в подсобке матери Зверева. Наши металлисты там часто собираются, может быть, что-нибудь интересное услышим. Наблюдая за Маркеловым, Насонов оказался свидетелем его столкновения со Славиком Зверевым. Говори, козел, правду! Зачем драку затеял? Кто из вас своего замочил? Молодой человек, я смотрю, у нас одно и то же желание разобраться в этой драке. Вот только ты там был, а меня не было. Поехали на стадион, покажешь, как все было. Поехали. Поехали, поехали. Устанавливая камеру в подсобке, где собирались фанаты «Металлиста», помощница столкнулась с Верой Зверевой. Пришлось импровизировать. Опа! А тебе что тут надо? Здравствуйте. Здрасте. А, меня к вам Алексей Викторович прислал. Он вчера где-то мобильный телефон потерял, вот я и подумала. Вы не находили? Нет. А чего же у нас такой рассеянный? Ну, не знаю. Ну, может, где-то в другом месте оставил? Да, наверное. Ну, ладно, извините. А я смотрю, сын ваш с Витей и с Ксюшей не разлей вода. Прям неразлучная троица. Ну, да. Это раньше-то Ксюха их в упор не видела, все с Митьком своим нянчилась. А когда уж он ее бросил, так она и к ним и прибилась. К Витьку да к Славику. Угу. Все, они по подъездам-то и тусуются. Так подождите, Митя ее бросил? Ну да, Митька ее бросил, кралю себе завел, с ней гулял. А она к моим прибилась. Ну вот они то на стадионе, то дома, когда нас с отцом нету. Ну то по подъездам там шарахаются. А что за краля-то у Мити появилась? Краля? Да черт ее знает. Ну, видела я ее только разочек, она на футбол-то не ходит. Ну, беленькая такая, блондиночка вся из себя. Не наша полиягодка. Так. Ну, давай по справедливости. Ты рассказываешь все, что тебе известно о драке, а я помогаю с расследованием. Ну что, начнем? Кто был инициатором драки? А что тут расследовать? Инициатором драки были металлисты. Ну да, а вы, значит, белые пушистые. Ну, а что нам оставалось? Они в нас красками кидались, камнями, бутылками, даже досками. Что ж, получается, доски они заранее оторвали? Ну, получается. А где ты был во время драки? Да где мне быть? Я был, ну, там. Пошел Звереву надавать. Это он был инициатором драки, я знаю. Он был сбитый. Такой проломить голову нечего делать. На скамейке еще было пятеро. Я скамейку перевернул, получилось куча мала. Откуда у них взялись биты, доски и все остальное? Вас же обыскивали при входе на стадион. Вы что, не догнали? Они попрятали по стадиону, камней натаскали. Ну ладно, допустим, что инициатором драки были металлисты. А зачем вам это надо? Ну, всем не надо. Надо было Звереву и клубу «Металлист». Потому что их команда проигрывала, а если они проиграют матч, то... Все, вылетает из лиги. Угу. И вот теперь ты занят собственным расследованием. Ну да. Меня же хотели повесить убийство. Зачем на меня все вешать-то? Ты Митю Крылова во время драки видел? Да нет, конечно. Я выше третьего ряда не поднимался. Ну ладно. С дракой все более или менее ясно. А вот с убийством Дмитрия Крылова непонятно. Кстати, какие отношения у тебя с Ксенией? Да, в школе были отношения. Потом она перешла в другую, ну, и встретила своего этого Митю. Ну, собственно, они начали фанатеть за металлистов.
А вы что, думаете, я пырну его из-за Ксюхи? Да вы что, она меня видеть-то не хочет. Но то, что я думаю, это мое дело. А ты будь добр, поспрашивай своих. Может быть, кто-то из них видел Митю во время драки. Хорошо? Да. Алексей Викторович, вы представляете, оказывается, наш Митя незадолго до гибели нашел себе другую подружку. Поссорился с Ксюшей. Вот как интересно. Кто такая? Я не знаю. Зверева говорит, что блондинка. Видела она ее редко. В общем, не из фанатов. Ладно, тогда я стою здесь, послушаю, о чем говорят наши болельщики. А ты поезжай к Анне Клементьевне. Может, она знает. Хорошо, договорились. Пошли отсюда оба. Быстро! На улицу, Паша! Зато! Пошел вон отсюда, и ты же вместе с ним. Так. Ты что, с цепи сорвалась? Достал ты меня, понимаешь, со своими дружками. Достал! Вот здесь ты меня уже. Ты куда дел нож? Какой нож? Ты что, совсем что ли? Отцовский! Я тебе сейчас дам совсем. Я тебе сейчас дам совсем! Нож! Охотничий, который у нас на кухне лежал, идиот! Какой нож? Да меня батя за него на тот свет отправит! Батюшки, он батю испугался, скотина! Ты лучше мне скажи. Ты на стадион его нес? Ты его под скамейку пихал накануне вечером? Я клянусь, я не брал ничего. Я только деревяшки брал, чтобы от этих козлов отмахиваться. Так, ладно, хорошо. Чтоб я тебя больше с твоими дружками этими не видела, понятно? Если они найдут нож с этой кровью, тебе никакой адвокат не поможет. А про твоих шашней с клубом я ничего не хочу знать. Ты понял это? Да, появилась какая-то. Вся из себя. Ксюша на 2 месяца уехала в деревню. Он познакомился с Галей. Я ему говорю: сынок, ну это не дело. Он вроде бы как согласился. А телефончика ее у вас случайно нет? Нет, у меня нет. А вот у Мити в телефоне должен быть. Зачем она вам? Спасибо вам большое, Анна Клементьевна. Но вы же понимаете, мы все контакты проверяем. Иначе нам убийцу не найти. Да, спасибо. Помощница позвонила Гале и договорилась с ней о встрече. На следующий день детективы вновь собрали на трибунах стадиона всех участников событий. Всем большое спасибо за помощь следствию. Благодаря вашей помощи мы составили более подробную схему преступления. Итак, прошу всех вас занять места, которые вы занимали перед началом драки. Алло. Что? Где? Экспертизу проводили уже? Задержан, да? Угу. Спасибо. Да, сообщу, конечно. Еще раз всем большое спасибо, но обстоятельства изменились, и ваша помощь больше не нужна. Юля. Из прокуратуры позвонили. Вчера у какого-то бомжа обнаружили охотничий нож со следами крови. Бомж утверждает, что ножом не пользовался, нашел его около мусорного контейнера рядом со стадионом. Детектив Алексей Насонов расследует убийство Дмитрия Крылова. Молодой человек погиб в драке футбольных фанатов на стадионе, но его мать уверена, что это было умышленное убийство. Детективы пытаются установить, кто из участников массовой драки находился в непосредственном контакте с погибшим. Что теперь? А теперь будем ждать, когда преступник клюнет на ложную информацию про найденный нож. Клюнет и начнет нервничать. Юля, когда у тебя встреча с Галей? Через час. Скоро уже поеду. Хорошо, сразу звоним. Ты, Иван, остаешься в офисе на связи, а я в прокуратуру. Пора им разобраться с этим руководством клуба. Алексей Викторович, хочу сделать важное признание и прошу помощи. Ну, давайте сначала признание, а помощь уже в зависимости от признания. Вот, дело в том, что из нашей квартиры незадолго до матча пропал охотничий нож. Супруга моего. Вот, я, ну, и так и думала, и сяк ночами все передумала. Но никто больше это не мог. Это Славкины дружки сперли. Это точно, вот этот Витька гад лопоухи. Но ведь об этом надо рассказать следователю. Да вы что, с ума сошли? Они что, да все, на Славика повесят. Нет, ему надо как-то помочь выпутаться из этой истории. Алексей Викторович, пожалуйста, он же не виноват ни в чем. Ну, пойдемте. Помощница встретилась с новой девушкой Мити Крылова Галей недалеко от ее дома на окраине города. Я совсем не знакома с этой компанией. И Митя прекрасно знал, что мне футбол не интересен, и, возможно, поэтому стеснялся своей фанатской компании. Но там еще какой-то конфликт до меня со Зверевым был.
А что за конфликт? Зверев одолжил у Мити деньги. Ну, Митя сначала хотел купить скутер, после передумал, решил, что подкупит машину. Ну, вот эти деньги Зверев и одолжил. И не хотел отдавать? Нет, он просто тянул с возвратом. Собирался вот-вот отдать. И откуда же у него деньги? Он же не работает. Угу. А Митя настаивал на возврате долга? Конечно, настаивал. Он и на матч пошел, потому что Зверев после матча говорил ему, что вернет долг. Понятно. Сейчас, секунду. Алло, Алексей Викторович. Долг, говоришь, хотел отдать? И про драку узнал, поскольку сам ее организовал. Интересно, может, и нож он сам взял? Несмотря на подозрения в адрес Славика, информацию Веры Зверевой о ноже следовало проверить. И Насонов поручил помощнику установить камеры наблюдения в подъезде и квартире Виктора Лебедева. У меня здесь еще один разговор. Ну, что надо? Дело в том, что про всех есть показания. Кто где стоял, кто откуда бежал, кто кого бил, кто получал. А вот ты рассказал, что дрался с Ракезом. А что потом ты делал, неизвестно. А что, я помню, что ли? Ну, прыгал, этих козлов мочил туда-сюда, по скамейкам. Вот и все, что было. А Митю ножом охотничьим убили, который из квартиры Зверевых пропал. А ты там дневал и ночевал. Какой еще нож? Я-то здесь при чем? Алексей Викторович, процесс пошел. Витяк позвонил Славику и Ксюше, они уже у него. Интересное кино. Че звонил? Случилось что? Этот, который не мент, опять приходил. Частый сыщик. Ничего хотел? Да спрашивал, что я делал во время драки. Еще спрашивал про нож, который у тебя пропал. Он что, правда пропал? Да. А ты не знал? Да откуда? Ты что думаешь, что это я у тебя украл? Я что, совсем плохую своих воровать? Куда ты зажигалку делал? Да пошли ты их! Они же не милиция. Во-во, пойдем. Погода сегодня хорошая. Найдем Маркела, рыло начистим его. Да. Алексей Викторович попросил помощницу привести Галю к дому Виктора Лебедева для очной ставки со Славиком. Что это очень интересно. Вот ты сама пришла. Господи, это опять она. Убью. Я все равно убью тебя, тварь! Чего смотришь? Что, думаете, я сумасшедшая, да? Да что вы знаете? Это я его убила, я! Он предал меня. У меня ребенок должен был родиться, а тут это нарисовалось. Но я же не знала. И он сразу стал уговаривать меня аборт сделать, мол, рано нам еще детей заводить. Ну, я ходила за ним, умоляла, как дура. Да вы успокойтесь, ваше положение вредно нервничать. Да нету никакого положения, уж месяц как нету. Я пошла, сделала, а на следующий день увидела его с этой крашеной тварью. Что я тебе сказал, не лезь, уйди. А нож у нее откуда взялся? Я думал, она его Витьку подбросила. Да нет, нож она для себя берегла. И для мести. Она хотела тем же ножом, которым убила Митю, убить и Галю. А потом вскрыть себе вены. Но я же не знала. Я не знала даже, что у нее будет ребенок. Что теперь с ней будет? Ее будут судить? Суд будет, если психиатрическая экспертиза признает ее вменяемой. А я в этом сильно сомневаюсь. –
Маркелов поступил в институт. Славика и Витька забрали в армию. На хозяина футбольного клуба заведено уголовное дело по факту организации массовых беспорядков. Ксения находится на принудительном лечении.